Мы живем в мире навязанных нам кем-то представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо и как оно вообще должно быть. И эти представления навязывали нам не в наших интересах, а для того, чтобы те, кто нам их навязал, могли жить за наш счет. И одним из таких навязанных нам представлений является представление о том, что у мужчины обязательно должна быть постоянная женщина, а также что у него обязательно должны быть дети и должна быть семья. В конце этого ролика я прикреплю два видео, которые наглядно доказывают, почему ни постоянная женщина, ни семья, ни дети мужчине на самом деле не нужны. Да, то, что вы увидите, очень жестко, очень неприятно, но, к сожалению, правда никогда не бывает приятной. Но, на мой взгляд, правду, какой бы неприятной она ни была, все равно нужно знать, потому что только правда сделает тебя свободным.